Привет! Привет всем любительницам осознанного и выгодного шопинга. С вами сегодня я, Татьяна Алешкин, для того, чтобы рассказать о топ-5 лучших предложений 5-го каталога компании Oriflame. Каталоги в Oriflame сейчас в электронном виде, так называемые e-каталоги. Их очень интересно листать, удобно смотреть, еще удобнее делать заказы напрямую в компанию и из своего личного кабинета. Рекомендую. Итак, какие же 5 продуктов я выбрала для моих любимых клиентов и для вас, мои зрители. Во-первых, конечно, хочу сказать, что да, продукция Oriflame запаслись большинство моих знакомых по старым ценам. Это говорит о том, что нашу продукцию любят и хотят ею продолжать пользоваться во что бы то ни стало. Но, во-первых, всем абсолютно запастись невозможно. И, во-вторых, любые запасы, если это косметика, они заканчиваются. Поэтому я продолжаю выбирать для вас лучшие продукты, которые выгоднее всего взять именно на этой апрельской неделе. Итак, на первом месте моего топа это наша легендарная тушь 5 в 1. Тушь 5 в 1, сегодня я сделала макияж именно с ней, который делает просто потрясающий объем ресничек и является, самой любимой тушью среди наших российских женщин. Ее цена всего лишь 431 рубль для зарегистрированных партнеров. Регистрация сейчас идет бесплатно. Кто хочет дешевле, регистрируемся. На втором месте моего топа это пилинг. Обновляющий пилинг Novage. Это моя любимая серия, бренд мой любимый в Oriflame. И я не представляю качественного, действительно такого люксового ухода без этой серии. Поэтому сейчас для того, чтобы поддержать кожу в хорошем состоянии, чтобы она сияла, светилась, чтобы она была гладенькая и лучше обновлялись клеточки, то есть усилился обменные процессы и чтобы кожа не старела, помогал этот пилинг вашему крему уходовому, его, конечно, обязательно нужно иметь. Сейчас нужно взять его по 1119 рублей всего лишь. Вам хватит его точно надолго, на полгода, а дальше будет видно. На третьем месте моего топа это туалетная водичка Recap. Сейчас это вода со скидкой, и знаете, если говорить о достойном соотношении цена и качество, я бы сказала так, да, это может быть не люксовая туалетная вода, которая у нас есть, но извините, за 639 рублей прекрасная вода. Любимая водичка моей младшей дочери и ее подруг. Рекомендую. На четвертом месте моего топа это гели для душа. У нас собрана вся коллекция таких гелей. Я знаю, что это расходный материал, и заканчиваются они быстро. И эти гели, они, кроме того, что они имеют функцию обычную помыться, да, именно эта серия, вторую имеет функцию, это ароматерапия. В ней собран потрясающий состав натуральных ингредиентов, которые воздействуют на наши рецепторы и определенным образом влияют на наше настроение. Вот сейчас лавандовый, успокаивающий, кстати, очень актуально, идет со скидкой, стоит всего лишь 231 рубль. 231 рубль и наслаждение каждый вечер, не выходя из своей квартиры. И на пятом месте моего топа, это лаки. Лаки для ногтей. Друзья, они сейчас идут у нас со скидкой, с большой скидкой в распродаже, которая идет именно на этой неделе. У меня мои оттеночки, которые у меня были, но я вот собираюсь дозаказать несколько оттенков летних. И обязательно базу из этой же серии, базу под лак и покрытие на лак прозрачное. Стоимость всего лишь 119 рублей. Для девушек, которые не хотят сейчас зависеть от косметических салонов, кабинетов и так далее, вот иметь в своем запасе, в своем арсенале несколько оттенков лака, гель для покрытия, для высыхания и, естественно, средства для снятия лака. Это, я думаю, многим сейчас упростит жизнь на ближайшие месяцы и будут по такой цене можно менять и миксовать, и делать всевозможные дизайны. Я думаю, что девочки меня поймут. Что, друзья, у меня все. Я хочу еще раз сказать, что, знаете, лично мое ощущение, мнение, что вот именно сейчас, в это время, как никогда, я снова стала ощущать то, что наша продукция, она действительно люксовая. Мы привыкли к
тому, что мы используем. Мы привыкли к качеству. И очень долгое время, последнее время воспринимали его как само собой разумеющееся. А сейчас цены подросли, они приблизились к тем ценам, по которым компания Reflame продает эти продукты в Европе. Но все равно по-прежнему дешевле. Все равно в России компания сдерживает цены, насколько может. Сейчас я понимаю ценность, именно ценность этих продуктов. И да, может быть, я буду покупать меньше по количеству, но отказать себе в потрясающем качестве, использовать лучшие продукты, которые есть вообще в мировом сообществе, я не смогу. Друзья, надеюсь, вы поддерживаете меня. Приятных вам выгодных покупок и до новых встреч. Пока-пока!